Самые значимые и интересные события прошедшего творческого сезона отметили на традиционной церемонии вручения премии «Виват Артист». В пятый раз на сцену вышли вокалисты, музыканты, артисты, танцоры, сценаристы, все, кто принимал участие в многочисленных постановках и концертах городского дома культуры. Сегодня мы будем награждать супергероев нашего времени, не забывая при этом чествовать героев былых времен. Итак, мы начинаем! Эти супергерои не плод фантазии авторов иностранных блокбастеров. Они живут рядом с нами, и их мы видим на сцене. Кого-то знаем в лицо, а кто-то остается за кулисами. Но все они герои городского дома культуры. Прошедший сезон стал особенным. В этом году учреждение отметило 70-й юбилей. Всего на базе ДК работают более 20 творческих коллективов и клубных формирований. Они объединяют несколько сотен человек. Самых активных в этот день отметили нагрудными знаками Департамента образования, культуры и спорта. За заслуги в развитии художественного творчества. Награды получили участницы и руководитель клуба «Светелка», а также участники образцового самодеятельного коллектива «Травушка» и ненецкого ансамбля песни и танца «Хаяр». И вот самое волнительное событие. Победителями в первой номинации «Сохранение традиций» стали сразу трое конкурсантов. Клуб «Светелка», музей рыбокомбината и народный коми-ансамбль «Югыт-Шонды». Также трое номинантов и в другой премии «Достижение года». Здесь звезды получили три коллектива: «Травушка», «Солнечный зайчик», который в мае этого года получил звание образцового, и хор имени Вячеслава и Майи Смирновых. Безусловно, ежегодно мы находим новые для себя открытия, новые достижения у нас идут. Поэтому мы постоянно пересматриваем номинации, то есть они никогда не повторяются. Если есть какое-то достижение действительно, да, то мы обязательно вручаем и отмечаем этого человека, или коллектив, или группу людей. Самой юной победительницей стала Анастасия Вокуева, вокалистка из образцового детского коллектива «Солнечный зайчик». Прорывом года признана другая вокалистка, художественный руководитель ансамбля «Импровиз» и представительница нашего региона на всероссийском конкурсе вокалистов «Новая звезда» Кристина Ясинская. Песню, которую она исполнила на столичной сцене, звучит и со сцены нашего города. Свои награды получили и музыканты. В номинации «Музыкант года» лучшим стал Сергей Ладыкин, участник концертного ансамбля. Его, как и номинанта другой премии, можно назвать мастером на все руки. Сергей играет на контрабасе, бас-гитаре, аккордеоне. А мастером на все руки признана Галина Артеева, рукодельница клуба «Мелния». Награды получили и те, кого зрители никогда не видят на сцене. Оператор и монтажер Александр Кожевников. Но больше всего статуэток получила постановка Дома культуры «Солдат незабытой войны», как лучшая режиссерская работа и событие года. Есть очень замечательная книга Ирины Ханзеровой «Аргиш надежды», по-моему, называется. И там была статья небольшая про Николая Талеева. И она до такой степени поразила меня, что мы решили остановиться на этом эпизоде. В общем, она до такой степени тронула всех нас, что мы остались неравнодушны. Главную номинацию «Лучший из лучших» получил сценарист, ведущий, конферансье и лицо городского дома культуры Денис Семяшкин. Вот эта вот награда, которую мне сегодня дали, «Лучший из лучших», это на самом деле не только моя награда, это награда всего нашего коллектива. Вот потому что «Лучший из лучших» на самом деле это коллектив Дома культуры города Ленинграда. Традиционно вручением премии «Виват Артист» завершается творческий сезон в городском доме культуры. Но никто не говорит «прощай», артисты говорят «до свидания», чтобы после отпусков и каникул вновь выйти на главную сцену региона и услышать бурные аплодисменты от ценителей своего творчества, зрителей. Алена Валей, Роман Делимарский, телеканал «Север».